Так, вот сама магнитола у нас. Приходит вот в такой коробочке. Ну, в принципе, если на нее не упадет контейнер или почтальон, то дойдет посылочка нормально. А именно, у нас здесь находится двухдиновая башка. Как я уже сказал, данная башка — это убийца Mystery и Prology. Также я взял богатый комплект. А то есть у нас еще тут в комплекте имеется видеокамера заднего хода. Так, со всеми даже установочками. Именно это кабель питания. Сама камера с светодиодной подсветкой. Выход питания, выход видео. 5 метров выход видео. И это у нас, скорее всего, включение имеется еще. Так, ладно, с этим понятно, с камерой. Также у нас имеется здесь комплект, а именно это у нас руководство на английском языке. В принципе, есть распиновочки, есть небольшое описание управления, ну все на английском. Это нам не надо, сейчас я, в принципе, все это покажу. Далее у нас имеется пульт, что немаловажно. Так, в пульте указано, что здесь стоит элемент 2032, но на самом деле здесь две мизинчиковые батарейки. И две фишечки по типу ISA уже в саму магнитолу. И два самореза для установки ее на сам каркас магнитолы. Так, по фишечкам, по подключению сделаю также сегодня видео сразу, как подключить магнитолу. В принципе, это видео будет не только для данной модели, а вообще практически для любого автомобиля, так как все провода схожи. Если у вас есть аудио подготовка в автомобиле, то будет все понятно. Так, ну давайте, сама магнитола. Так, уже поюзал, посмотрел. Тут у нас поролончик, чтобы экранчик не разбили. Ну давайте ее посмотрим вблизи. Так, вкратце. Данная магнитола у нас имеет TFT-дисплей, емкостный, то есть нерезистивный. Далее у нас имеется клавиша громкости, кнопочка меню, которая, как, по-моему, кнопка меню, которая со сменной подсветкой, перемотка, переключение песен, то есть SD, AUX, USB, а также Bluetooth, что, я думаю, для такой компактной магнитолы это очень круто. Магнитола очень порадовала. У нее вот есть вот такой вот, как сказать, индекс 7010B. Также они идут с разными индексами, не именно с этим. Еще из плюшек, что радует. Так, магнитола у нас идет на 15 ампер предохранитель. Две фишечки от дурачков. То есть вы не перепутаете их местами. Далее у нас выход антенны, есть радио, работает нормально. Выход и вход видео. И один линейный выход у нас для предусилителя. То есть для усилителя. Также в некоторых версиях имеется выход на GPS. Когда я покупал, смотрел, чтобы он был, но почему-то его здесь не оказалось. И также есть, видимо, на TV. На TV не видел. Ну, не нашел такое. Ну, в принципе, поищу, полистаю. Все ссылочки будут в описании на данные магнитолы. Данная магнитола у нас с Алиэкспресса. В принципе, магнитола порадовала. Сказал, очень. Что у нас диагональ 7 дюймов. К сожалению, это TFT-матрица. Ну, в принципе, на большинстве сейчас магнитолах у нас устанавливают TFT-матрицу. Также карточка mini-SD до 32 гигабайт. USB очень порадовало, так как я подключал и сейчас подключу к ней внешний винчестер на 500 гигов. И, в принципе, магнитола это схавает. Далее проверял такие форматы, как MP3, там некоторые видюшки, MP4, 3
QP, по-моему, или как она называется. Что же еще? Практически все форматы читают, кроме таких, как МКВ с большим FPS, с малым.